Зимние забавы, оказывается, могут быть организованы и в спортивном зале. Состязания с таким названием проходят в городе уже второй раз. Участники – школьники младшего звена. Сегодня здесь четвероклассники из 24 образовательных учреждений Иваново. Эти соревнования планировались проводиться на улице, но, к сожалению, в этом году погода нас подвела, и поэтому нас радушно встречает лицей номер 33. Ребята оценивают в двух основных конкурсах – танцевально-спортивные зарисовки на новогоднюю тематику и спортивные эстафеты на силу, выносливость и скорость. Ребята должны были подготовить презентацию своей команды, придумать запоминающийся образ и разучить девиз. Мы поем, танцуем, пляшем, веселимся всей командой. Мы приехали, нас 8 человек, мы приехали для того, чтобы... Даже названия школьники придумали очень праздничные: мандаринки, снеговички, льдинки, снежики и дети зимы. Цель была выиграть, конечно же, и показать наш народный танец и самые новые, показать платье и что мы все умеем. Готовились мы неделю. Мы под дискотеку «Аварию», песня «Дискотека Авария» с Новым годом. Спортивные конкурсы также посвящены зиме, и по первоначальной задумке должны были показать умение школьников лепить снеговиков, играть в снежки и забивать шайбы в хоккейные ворота. Продемонстрировать эти навыки из-за погоды школьники смогли только в теории, но пообещали при первом же снеге потренироваться на улице. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.